Ведь Бог у нас не бюрократ. Ему же не важно, что вот ты должен обязательно соблюсти вот такие правила, и тогда все у тебя будет хорошо. Поэтому да, я считаю, что вполне возможно исповедь по скайпу или по телефону. Накануне патриарх Кирилл совершил объезд вокруг столицы с иконой Богоматери Умиления и призвал всех верующих помолиться вместе с ним, помолиться из дома. В условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю вас, то есть всех наших архиереев, духовенства, монашествующих и мирян, усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия –